строители и все вокруг них зарабатывают огромные деньги. Таких денег больше нигде не сделаешь, как на строительстве этой пирамиды. Хотя вредность проживания в высотных зданиях – это аксиома, которая очень давно известна, с царских времен. В царские времена эти проводились исследования, поэтому вы ни одного дома в царской России не найдете выше дерева. 3-4 этажа, все. Что вы думаете, в то время значит, не мог спроектировать, значит, к примеру, кто-то из строителей высотное здание, там в городе Пушкине, к примеру, мог. А почему не проектировал? А потому что все прекрасно понимали. Потому что если вы приедете, допустим, в Индонезию, там на Бали, то там законом запрещено, законом кому бы то ни было построить дом выше пальмы. А почему? А потому что магнитное поле Земли и биополевая вся структура земная, она сохраняется только в приземном слое высотой с дерева. Как только вы вышли за пределы, так все, это утрата физиологического здоровья. Эти исследования проводились в советские времена, а сегодня в интернете там многое исчезло, но если наберете влияние высотности проживания на здоровье, то найдете, к примеру, значит, исследование, ну или как позицию, значит, нашего университета архитектуры, доцент Линов там в частности приводит данные еще по советским временам, когда врачи просто случайно проанализировали карточки всех больных и соотнесли это с высотностью проживания. И оказалось, что все, кто живет выше 5-го этажа, они болеют. А если живут выше 9-го этажа, то, значит, заболеваемость уже резко возрастает. Там куча объяснений, почему не только вот магнитные поля и физиологические поля, но в том числе и микробная среда. Что такое высотное здание? Это система вентиляции. А что идет снизу? Идет воздух, как вы понимаете, вверх, да, прогоняется. Поэтому если у вас на предыдущих 10 этажах кто-то чихнул, то это куда попадет? Это попадет наверх, там, так сказать. Вот поэтому в разумной государственности выше 3-4 этажей не строят, как бы, так сказать. Вот. Но у нас сейчас вот Москва покоряет всех своей высотностью. Вот. Ну, что за этим стоит? За этим стоит суть нынешней экономики, умение делать деньги.